Привет, мои хорошие! Сегодня у нас с вами распаковка с AliExpress. Тут у меня кое-что интересненькое. Правда, я не знаю, что, потому что у меня две одинаковые должны были быть посылочки. Вот, сейчас мы с вами посмотрим. О, я уже вижу. Та-дам! Это платьишко в размере L. Шуршу, извините. Сейчас, где тут? Господи боже мой. Пришло вообще просто молниеносно. Боже, какой приятный материал. Такой он классный. Но что-то мне прям подсказывает. Хотя нет, оно большое. Так, подождите. Фокус. Сзади на такой пуговке. Так. Пуговка на резиночке вот так застегивается. Конечно же, ссылку я вам оставлю. Но стоило это, по-моему, что-то около 600 или 700 рублей, я не помню. Очень приятный материал. Прям классный. Он плотненький. Вот. Но в то же время... Хотя, да, просвечивается слегка. Надо, конечно, примерять. Я вам, может быть, покажусь. У меня просто нет пока зеркала большого дома. Поэтому не очень, наверное, будет как-то. Но, может быть, вверх вам покажу. Не знаю, как-нибудь придумаю. Так что так. Можно, наверное, даже было и ёмочку брать, что-то прям широкое, мне кажется. Вот, такие обновочки к лету. Будет еще у меня распаковка. Присоединю. Так, ну что, у меня еще одна упаковка с AliExpress. Ай. Готовлюсь к лету. Та-дам. Ох. Ох. В общем, это тоже горох, но уже цвет такой красный. Тут прям синтетика, сразу чувствую. Такая, причем прям... Так, и... Ну, это уже такое длинное платье с шикарнейшим просто разрезом. От самого прям... Ну, в общем, от талии. Разрез. Конечно же, надо будет вставить вам, показать, как это будет выглядеть. Сейчас померю. Попробую, может быть, как-то вам отснять. Или мужа попрошу, может, он фотку сделает. Посмотрим. Ну, по качеству, как бы, тут все нормально. Претензий особо не имею. Но есть кое-где что-то, да, какие-то ниточки торчат. Вот. Ставлю тоже ссылку в описании на сам товар. Может быть, кому-то понравится. Ну, так, конечно, показывать ничего не понятно. Так что ждите фоточку. Обновляю гардеробчик свой. И вот немного покупок с фамилии. И золо покажу вам. Платьишко вот такое. Взяла в фамилии. Это манго. Манго. И это элька. Люблю посвободнее такие, знаете, ну, на лето брать вещи, потому что, чтобы не было жарко. Такой вот материал. Он слегка плотный, но, думаю, будет нормально. Вот. И примерю вам сегодня все это дело. Платье стоило 599 рублей, а я еще покупала в понедельник, и была 7% скидка. И, соответственно... Платьишко обошлось 557 рублей. Вот. Следующее. Это у нас вот такая блузка. Очень люблю вот такой материал. Легкий-легкий. На лето. Я что-то маханула. Размер прям взяла очень большой. 50-й. И это прям, наверное...
наверное. А, нет, 46-й, вру. Это просто оно так смотрится. Это у меня платье 50-го, я взяла другое. Вот, какая-то фирма, вот такая, Киа-ми, не знаю, что это. Стоило 399 рублей. В других магазинах пишут, что это 990 рублей. Но не знаю. И по конечной цене 370 рублей. Симпатичная такая блузочка. С шортиками, с юбочкой, с чем угодно. Вообще класс. Она легкая, прям вообще воздушная. И не надо ее гладить. Я люблю такие вещи, потому что я ненавижу гладить. Просто. Ну и последнее, что у меня из покупочек по одежде, это вот такое платье. Я давно хотела такое платье именно в полосочку, из такого материала с кармашками. Вот, на пуговичках, это Зола, и сейчас в Золе проходит акция 3 по цене 2, но вот это платье под него не попадает, под эту акцию, потому что оно и так со скидкой, видите, 1199, и тут у меня 50 размер. Но оно прям свободно, свободно так на мне сидит. Сейчас померю вам. И тут такой рукавчик до локтя, наверное, примерно. Вот. Хотела давно, смотрела на эти полосатики. У меня есть одна полосатая, такая, ну, типа туника платье от Pull & Bear. Но она красная. Я хотела именно в таком морском слегка стиле. Ну, сейчас покажу вам все, примерю. Ну что, так, это размер элька. Так, тут есть у нас еще поясок. Платье прям, не могу показать, да, до конца, но разрез вот отсюда, то есть тут прям такая завлекалочка, вот в таком виде, и платье до пола. Ну, это вообще такой пляжный, как бы, вариант, да, поэтому слегка может быть казаться откровенным, как это завязывать. Не люблю пояса вообще. Может быть, можно красиво обыграть. Типа того. Но тут нет никаких, за что цеплялось бы это дело. Это бы вот так. Материальчик приятный очень. Попробую подальше вам отойти. Такое тоже элька. Так, предыдущая наврала, это 2XL. Сейчас покажу. 2XL. Вот. Ну, классно, ну, прям длиннющая. А это уже элька, манго. Материальчик плотненький такой. Такое. Блузочка МК, неизвестной мне фирмы. Шортики на мне Остин. Очень классная, легенькая, прям такая вообще супер. Мне вот важно вот эти моменты, чтобы все прям продувало. Класс. Ну и платье из Зола, вот не знаю, что-то может быть, наверное, великовато мне все-таки. Может быть, так и должно, конечно, быть. Не знаю. Что-то я засомневалась. Как вы думаете?
Вот по поводу вот этого платья жду советов. Ставьте пальчики вверх, подписывайтесь и пишите комментарии. Пока-пока!